Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И этим видео мы запускаем новый формат на нашем канале, где будем публиковать все самые актуальные, интересные и полезные новости из мира бинарных опционов. А вы, в свою очередь, не забудьте подписаться на наш канал, а также поставить лайк. И напишите в комментариях, о чем бы вы хотели видеть следующее видео. А в этом выпуске мы расскажем про новости уже проверенных брокеров, обсудим мошенничество и, конечно же, расскажем, на каких конкурсах можно заработать. На этой неделе сразу два брокера поменяли свои домены. Это брокер Quotex и брокер Binarium. И для первого и для второго брокера это не первый раз, так как их все время блокирует Роскомнадзор. Поэтому, если вы живете в России, то вам нужно использовать новый домен. Мы, в свою очередь, максимально оперативно обновляем рабочие зеркала сайта Quotex и Binarium на нашем сайте в разделе новостей. И там вы всегда можете найти рабочие адреса данных брокеров. Не забывайте почистить кэш браузера перед использованием новых доменов. Брокер Quotex продолжает расширяться и предоставлять свои услуги во многих новых странах. И совсем недавно были введены новые валюты для пополнения счета и ведения торговли. Это нигерийская найра, мексиканский песо, египетский фунт. Сменить валюту счета вы можете на вкладке баланса в верхнем правом углу платформы. Брокер Pocket Option позволяет заработать новые бонусы трейдерам, которые дают копировать свои сделки. Когда ваши сделки копируются другими, вы получаете осколки. Использовать полученные осколки можно для покупки торговых преимуществ на рынке. Чем больше сумма сделки, которую скопирует трейдер, тем ценнее осколок, который вы получите. Собрав 100 осколков, их можно будет обменять на безрисковые сделки, бонусы на пополнение и другие подарки. Подробнее про данную акцию можно узнать из нашей группы ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании под видео. Следующая новость понравится любителям OTC котировок. По многочисленным просьбам брокер Pocket Option активировал круглосуточную доступность активов OTC для торговли на платформе. Теперь не нужно ждать выходных или окончания торговли обычного актива. Вы можете торговать на всех доступных активах OTC в любое время. Но помните, что OTC котировки – это не биржевые котировки. И иногда предсказать движение цен по таким активам довольно сложно. Поэтому торгуйте очень осторожно, используя такие активы. Брокер Pocket Option опубликовал топ-5 самых лучших трейдеров за прошлую неделю, которые позволяют копировать свои сделки. И давайте более подробно разберем каждого из трейдеров. Данный трейдер показал доходность за неделю в 115%, а прибыль его составила $11,457. Прибыльность его сделок составила 64%. Но вы всегда должны помнить о том, что это прибыльность лишь за прошлую неделю. А вот если посмотреть его сделки за все время, то там может быть абсолютно другой результат. И посмотрев его сделки за все время, можно увидеть, что прибыльность его составляет всего 50%. И несмотря на то, что торговый оборот у него более $50,000, прибыльность за все это время составляет минус $17,925. А это означает то, что если вы будете копировать сделки данного трейдера, то на долгой дистанции, скорее всего, будете в убытке. Следующий трейдер показал доходность 45%, а его общая прибыльность составила 55%. И если посмотреть его полную статистику, то у нас будет точно такая же картина. Прибыльность его сделок составляет всего 50%, а также торговая прибыль у него минус $17,150. Следующий трейдер показал доходность целую 1337% и 58% у него прибыльных сделок. Давайте глянем на данного трейдера. Как можно видеть, данный трейдер показывает более лучшие результаты, и его прибыльные сделки составляют уже 54% за все время. А его прибыль составляет минус $899, что намного лучше, чем у предыдущих трейдеров. Но все равно на длинной дистанции данный трейдер находится в убытке. И у нас остается еще два трейдера, давайте проверим и их тоже. Данный трейдер, к сожалению, ограничил доступ к своей информации. А последний трейдер из топа также показал всего лишь 52% прибыльных сделок за все время, а его торговая прибыль составила минус $5,550. Проанализировав торговую статистику данных трейдеров, можно сказать о том, что если вы решите копировать чьи-то сделки, то обязательно проверяйте данного трейдера досконально.
так как в течение недели он может показать просто ошеломительные результаты, но на долгой дистанции вы все равно будете в убытке. Хорошие новости для трейдеров, которые торгуют у брокера Binarium. Совсем недавно в терминале появился раздел «Календарь событий». Инструмент создан, чтобы трейдеры могли отслеживать важные экономические события, не покидая платформу. В календарь добавлены все доступные для торговли на платформе пары и их доходность. Теперь не надо следить одновременно за большим количеством вкладок, так как все есть в одном месте. CISEC запускает новую кампанию по защите инвесторов. Чтобы помочь инвесторам принимать более обоснованные инвестиционные решения и уменьшить количество людей, занимающихся инвестициями с высоким риском, которые могут не подходить для них, регулятор запускает новую кампанию по защите, чтобы помочь справиться с растущим количеством молодых и неопытных инвесторов и трейдеров. Если говорить кратко, то быстрое технологическое развитие, а также неопределенные рыночные условия и пандемия COVID-19 способствовали значительному увеличению розничной онлайн-торговли в последние годы. CISEC обеспокоен растущим количеством молодых неопытных инвесторов и распространению материалов в интернете для продвижения сложных продуктов, которые не всегда то, чем они кажутся. Поэтому регулятор создал программу, которая поможет защитить таких вот неопытных инвесторов и трейдеров. Подробнее ознакомиться с документом можно по ссылке в описании. Американский финансовый регулятор Комиссия по срочной биржевой торговле выиграла дело против жителя Калифорнии Джона Блэка и связанных с ним компаний. В постановлении суда говорится о том, что они организовали мошенничество с использованием бинарных опционов и рынка Форекс, а также товарно-сырьевых пулов. По материалам следствия, примерно с 15 июня 2015 года по 15 июня 2020 года ответчики мошенническим образом склоняли людей вкладывать деньги в бинарные опционы и валютные товарные пулы. Таким образом, они незаконно присвоили миллионы долларов и потратили их на личные нужды. Ранние участники пула получали выплаты из средств вновь прибывших, что является одним из ключевых признаков финансовой пирамиды. По итогу, если взять все штрафы и сложить их вместе, то мошенники должны будут выплатить более 40 миллионов долларов пострадавшим. Делая выводы из данной ситуации, всегда стоит с осторожностью относиться к способам заработка, которые предлагают огромные прибыли. И если вдруг вы решите вложить средства в подобную компанию, то это должна быть сумма, которую вам не жаль потерять. В сети появился новый брокер-мошенник, который копирует название известной торговой платформы TradingView, называется брокер TradingView Pro. И обратите внимание, что название популярной торговой платформы TradingView заканчивается на W, а этот брокер то ли специально, то ли случайно написал в конце букву V. И также данный брокер полностью копирует дизайн брокера Quotex, что можно будет увидеть далее. Суть схемы данного брокера как раз таки не в самом брокере, а в боте, который они предлагают. Данный бот якобы позволяет зарабатывать до 80% прибыльных сделок. А прочитав данный пост более подробно, можно узнать всю информацию максимально полно. В этом посте нас призывают протестировать данного бота на демо-счету, чтобы проверить, что он действительно зарабатывает деньги. При переписке с представителем группы они призовут вас зарегистрироваться именно на данном брокере, потому что именно там они подключают этого бота. И это действительно так. Бот торгует на демо-счету и совершает сделки, причем сделки довольно прибыльные. И если мы посмотрим на историю сделок, то увидим, что совершена была всего лишь одна убыточная сделка. А по итогу бот совершил 13 плюсов и 1 минус. И после того, как вы видите такую статистику, скорее всего вы захотите пополнить реальный счет, чтобы бот зарабатывал вам деньги. И тут-то начнется самое интересное, так как, конечно же, данный бот сольет все ваши средства. Обратите внимание, что они просят зарегистрироваться вас у этого брокера не по партнерской ссылке, а по обычной. Это означает, что они не являются партнерами данного брокера и не зарабатывают на партнерке. И это логично, так как зачем им зарабатывать на партнерке, если они сами являются владельцем данного брокера-мошенника. И как только вы пополните реальный счет, бот сразу его сольет. Поэтому всегда будьте осторожны и ни в коем случае не пополняйте счет у данного брокера. И также обратите внимание на данное видео, где у брокера ведется торговля и также есть котировки от торговой платформы TradingView. На одном из участков графика можно отчетливо видеть различия котировок, а это говорит еще об одном способе мошенничества у данного брокера. Поэтому ни в коем случае не пополняйте у него реальный счет.
И говоря про бота, он показывает такое количество плюсовых сделок только потому, что котировки идут с задержкой на одну свечу, за счет чего и совершаются якобы прибыльные сделки. Если у вас есть брокеры, которых вы хотите обсудить или разоблачить, то напишите о них в комментариях, и мы обязательно это сделаем. А также не забывайте ставить лайк этому видео и подписываться на канал. Также буквально на днях появился еще один брокер Лохотрон – Royal Empress. Сайт данного брокера очень скудный и на нем мало информации. Но главным доказательством того, что брокер является мошенником, является, конечно же, не это. Брокер на своем сайте предоставил целых 2 лицензии, а также несколько адресов своих представительств. Этот брокер-мошенник предоставил адреса в Абу-Даби, Санкт-Петербурге и на Кипре. Однако ни по одному из этих адресов в Google картах мы не нашли подтверждения, что они расположены именно там. Поэтому можно сделать вывод, что данные адреса липовые. Кроме этого, липовыми оказались не только адреса, а и лицензии, которыми они прикрыли свою нелегальную деятельность. У них указано 2 регулятора, но если зайти на каждый из них, то сертификаты будут абсолютно одинаковыми, что невозможно, так как данные регуляторы являются абсолютно разными компаниями. Если вы встречаете нового брокера, то обязательно проверьте его по всем параметрам. А еще лучше выбирать проверенного и честного брокера. Найти таких брокеров можно на нашем сайте в разделе брокеров бинарных опционов. Завершаем это видео новостями о том, что в группах ВКонтакте про брокеров Pocket Option и Quotex каждую неделю проходят конкурсы, выиграв которые вы можете получить промокоды и полезные бонусы. Суть конкурсов заключается в предсказании цен на определенные торговые активы. Поэтому если вы торгуете у данных брокеров, то не забудьте принять участие в наших конкурсах. Если вам понравился наш новый выпуск новостей или у вас есть свои идеи для новых тем, то обязательно напишите их в комментариях, и мы обязательно их рассмотрим. Не забудьте поставить лайк данному видео и подписаться на канал. А мы желаем вам не попадать на мошенников и совершать только прибыльные сделки.